разговор с Богом, канал про энергию человека, а также физическую и духовную практику. Всем привет, это канал «Разговор с Богом», я ведущий Крутов Сергей. Как я обещал в предыдущем видео, я создам еще дополнительное видео, которое будет рассказывать о Бодхидхарме. Бодхидхарма, вторая часть уже наверняка вышла, я еще не успел посмотреть, надеюсь, вы уже увидите ее. И увидели теперь Бодхидхарма 3, то есть это будет продолжение упражнений из 6 упражнений, которые и завершающее упражнение, которое будет завершать все эти упражнения. Но всего упражнения 12 штук. Запомните, 12 упражнений Бодхидхармы. Поэтому сейчас я покажу следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Заводим руку за спину. Проводим в одной части своего тела. И выводим руку из тела. Смотрим на. Следующую с другой стороны также проделаем. Потом. Это было 7 упражнений. Да. Теперь 8 упражнений. Прямо утыкаем. Я выношу плечи. А потом выводим ногу вперед. Вторая нога назад. Кулаки сжимаю. Точнее, нет. Мы стоим так. И выводим прямо кулак. Также со второй. Теперь получается 9 упражнение. Ноги на ширине плеч. Потом выводим ногу. Вторую ногу назад. И мы вставляем руки перед собой. Потом встаем вперед. Да. Таким образом мы должны 7 раз сделать. Потом меняем положение с другой стороны и таким же образом мы делаем 7 раз. А теперь также ноги на ширине плеч. Выводим ногу назад, вторую вперед. Ставим пальцы. Так ставим, растопыриваем пальцы. Делаем хлопок. Потом хлопок вверху. Соединяем. И таким образом нужно сделать 7 раз. И
простоять должны минуту положения полустоя. Потом делаем то же самое с другой стороны. То же самое, стоим минуту. Так, получается. Упражнение номер 11. Да. Мы уже дошли до 11 упражнения. Теперь, что мы делаем? Мы делаем, заводим руки за голову и наклоняем голову. Таким образом мы должны сделать 3 раза. И 12 упражнений Бодхисаттвы, которое приведет в состояние озарения, может быть просветления, а может быть восстановления. Много чего может быть. И вы будете восстанавливаться каждый раз все лучше и лучше. Ставят ноги на ширину плеч и вот. Проскальзывается пальцы по всему двух сторон тела, вставляем описываем круг, вверх поднимаем руки и опять опускаемся и сгинаемся до половины. Так мы должны в течение 20 секунд держаться. Но таких движений должно быть 21 раз. Таким образом мы делаем 21 раз такие движения. И когда мы проделаем все эти движения, будет завершающее движение. Описываем круг, вдымая, как будто тянем вверх, потом опускаем, потом тянем опять вверх энергию и опускаем, соединяем ноги и руки возле боков. Таким образом мы завершаем упражнение Бодхисаттвы. Как будто выключаем что-то. И мы заряжаемся, в общем-то, всей энергией. Так мы должны постоять целую минуту. Вот все эти упражнения Бодхисаттвы. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Пишите комментарии. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто впервые смотрит мое видео, то вам предоставлен возможность посмотреть множество разных рубрик, связанных с духами, связанных с упражнениями, эзотерикой, медитацией и много чего другого. Так что посмотрите плейлисты. Кому интересно, подписывайтесь. С вами был Крутой Сергей. До новых встреч. Всем пока.